Что нужно делать, чтобы упав с большой высоты, не разбившись? Не разбиться. Берем ведро воды. Точнее, берем ведро, потом просто набираем воду откуда-нибудь. И берем, забираемся на какую-нибудь высокую башню или откуда-нибудь, откуда мы хотим прыгнуть и не разбиться. Я на свой дом залезу. Забираемся по ступенькам, смотрим тут. Торговец пробрался. Наверное, своего жилья нет, решил у меня пожить пока. Ну, пусть живет, дом большой. Это вот у меня новый стеклянный проект такой. Смотрите, забираетесь на высокое место, берете ведро с водой, прыгаете и под себя выливаете воду. Поняли, да? Прыгаете, под себя выливаете воду. Поехали. Видите, сердечки не отнялись. Еще раз показать. Забираемся на какое-нибудь высокое место. Берем ведро воды. Прыгаем. И под себя просто выливаем воду. Я на PlayStation играю. У меня кнопка L2 это. У вас может быть какая-то другая. Прыгаем. Под себя выливаем воду. Жизнь не уменьшается. Удачи всем. Работаем.